Всем привет, ребята, Акулята, на связи Викуленок. И как вы уже поняли по заставке видео, сегодня я вам хочу сказать, почему нельзя открывать вот это вот новогоднее наше яйцо. На самом деле информация очень важна, поэтому не переключайся, после коротенькой рекламы мы вернемся к этой теме. А в рекламе, кстати, ты узнаешь, как получить от меня бесплатных пэтов. Ребята, шок! StarPets дарит моим подписчикам пэтов. Не веришь? Смотри, находишь колесо фортуны, затем вводишь там промокод АКУЛА и вуаля, ты получил пэта. Хочешь еще? Я так и знала. Держи еще один промокод. Видишь, у него есть срок действия. Когда он закончится, я дам тебе новый, поэтому следи за выпусками, я буду обновлять промокоды для тебя. А по поводу сайта не бойся, StarPets лучше среди всех маркетплейсов. Тут можно покупать, продавать и даже трейдить пэтов из Adopt Me. Все сделки проводят боты, поэтому тебя не обманет. Тут все продумано. Множество способов оплаты и вывода. Кстати, про вывод. Деньги, что ты заработал или положил на свой счет, можно вывести робаксами. Ссылка в описании. Итак, ребят, почему все-таки я не рекомендую сейчас открывать это яйцо, а купить и оставить его в своем инвентаре? Все очень просто. Дело в том, что это обновление лимитированное, и вряд ли это яйцо у нас появится когда-то еще. Поэтому в скором времени цены на это яйцо будут только расти. Поэтому если вам сейчас не удается обменять его очень выгодно, то лучше я рекомендую подождать. Когда-то давным-давно в Adopt Me уже было похожее яйцо, называлось оно Christmas Age. На данный момент оно ценится как альбина манки и также как императорская горилла. Еще чуть-чуть и она дотянет до Арктика. Офигеть, правда? Ну а на StarPets такое яйцо можно купить за 275 рублей. На самом деле, не часто в Adopt Me какие-то яйца или какие-то питомцы становятся супер дорогими, но мне кажется, что у яйца дурака есть шанс стать очень популярным и дорогим яйцом. Потому что сейчас за него практически уже ничего не дают, поэтому, ребят, нам ничего не остается делать, как просто положить его в инвентарь и подождать лучших времен. Ну, потому что сейчас вы откроете его, и этот пэт, ну, уже точно не будет стоить столько, сколько лимитированное яичко. Тем более, что выглядит оно достаточно прикольно. И я думаю, что в скором времени, когда все про него забудут, можно будет попробовать его потрейдить. Так что вот такие пироги. Это был мой совет Викуленка. Ну, а вы как думаете? Что лучше сделать с этим яйцом, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я обязательно все почитаю и полайкаю. Рада была быть с вами. Не забываем про Телеграм, про Дискорд, ну и, конечно же, про Ютуб. Подписывайтесь, ребят. Жду вас. Всем пока-пока.